Странная парочка посетила маникюрный салон в Мурино. Один из визитеров уже судим за ограбление магазина интимных товаров. В июне он унес оттуда секс-игрушку. Для второго визит в салон маникюра – это, можно сказать, грабительский дебют. Мастеру по красоте ногтей показали пистолет, потребовали деньги. Девушка ответила отказом. Тогда злодеи ретировались, но далеко не ушли. Через 10 минут их поймали, пистолет отобрали. Он оказался детской игрушкой. Самим задержанным по 17 лет. Тем не менее, срок по 161-й грабительской статье грозит вполне настоящий.